29 сентября в стенах юридического факультета Казанского федерального университета состоялся 4-й ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». Открытие мероприятия прошло в зале попечительского совета КФУ, где состоялась научная дискуссия по обозначенным юридическим проблемам симпозиума. Участниками симпозиума стали практикующие юристы России, иностранных государств, сотрудники органов государственной власти, судебной системы. Проведение симпозиума журнала «Вестник гражданского процесса» стало доброй традицией юридического факультета КФУ. Данное мероприятие всегда затрагивает острые проблемы цивилистического процесса и направлено на популяризацию данной отрасли права и одинаково интересно и полезно как теоретикам, так и практикам. Диана Шилова, Универньюз.